Салют, друзья! Вы на канале Crazy Bogdash Games, и сегодня мы играем в Geometry Dash, но не обычный, а Sub-Zero. И мы вернулись сюда только для того, чтобы снова поиграть в эти офигенные уровни, ну и, конечно же, собрать монеты. Ведь уровни в обычный Geometry Dash уже наскучили, и мы там собрали почти все монеты, уже реально собирать там нечего. Так что пришла пора последней версии Geometry Dash, Geometry Dash Sub-Zero. Именно здесь прям самый-самый новый уровень. Press Start, Knock M и Power 3. Всех их мы уже проходили, но мы не собрали тут ни одной монетки, так что пора это исправить. Ну, а вы спускались под ролик, жмите палец вверх и всем приятного просмотра! Ну что, погнали! Начинаем! Мне кажется, вот, друзья, самые просто самые-самые крутые уровни из всех Geometry Dash по саундтрекам, там, по декору, вот самые новые крутые уровни именно в этой версии GD. Так что сейчас попытаемся пройти первый уровень, пресс старт на все три монеты с первой попытки. Не знаю, удастся ли у нас это или нет, но попробуем. Пресс-старт. Погнали. Да, я помню, что в пресс-старте была такой спокойненький саундтрек. Поначалу. Потом он разыгрывался. Блин, вот офигенный просто, офигенная часть вот эта Geometry Dash. Смотрите. Restart. Вот эти зумирования, отдаления, приближения, это же все фишки 2.2, они уже тут, друзья, они уже были в Geometry Dash Sub-Zero, и все эти фишки мы увидим в новой версии Geometry Dash 2.2, правда, не знаю, выйдет ли она или нет, мне кажется, она выйдет там в 2100 году. И то хотелось бы. Ну, ладно, это самый первый уровень, он изи, он легкий. Я думаю, мы его сейчас без труда абсолютно просто пройдем вообще на изичах. Так, первая монета, друзья, 67%. Пресс. А, нет, over there. Блин, классные просто уровни. Вот их проходишь, вроде бы легко, но какие же они крутые. Вообще. Так, сейчас будет первая монета, смотри, Богдан, мастер-класс. Вот я знаю. Опа, все, первая монета есть. Так, следующая монета сразу же на 74%. И тут она уже такая, похитрее, чем первая, друзья, на самом-то деле. Вообще, этот уровень просто полон всяких разных фишек. Кстати, у нас в первой попытке так и не получилось, к сожалению, пройти. И вот одна из этих фишек, это вот возвращение. То есть кубик движется в разные стороны. То есть у нас проценты вот на прогресс-баре как прибавляются, так и могут убавляться. Это одна из этих фишек. Вторую монету надо было не нажимать вот на тот второй ор. Она же только на первый, и только тогда мы бы собрали эту монету. Но что-то я вроде бы так сделал, но потом затупил. Так что сейчас бы надо не затупить. Но для первой попытки неплохо, друзья. 74%. Почти прошли левел. Но опять же, из-за того, что там проценты потом убавляются, уровень проходится дольше. Погнали. Блин, вот этот робот, конечно, крутой, и так непривычно, да, Боган, играть на этих дефолтных скинах. Обычно у нас там амогусы всякие разные, а тут просто дефолтные маски, дефолтные скины. Так, первую монету мы же собрали, да, я уже не помню. Да. Так, да, отлично. Время до черепа ходит, а теперь нет. Во! Видали, как надо собирать вторую монету, друзья? Блин, а третья монета... Эти мини-игры, просто сколько же крутых фишек здесь. Continue. Давай, давай. Так, 92% третья монета, я запомнил на этот раз. 92. О, какой же он красивый, да? Вот она! Третья. Ой, блин, чуть под его сейчас лазер этот не попали. Давай, пятеру. Опа, новая масочка. И все три монеты в уровне Престар собраны. Престар готов, друзья. Следующий левел Knock M. И просто главная фишка этого уровня, что это самый длинный уровень Geometry Dash из всех официальных уровней. То есть не только у нас в GTA Sub-Zero, в GTA Meltdown, даже в обычной Geometry Dash нету таких длинных уровней из официальных. Ну что ж, Knock M, погнали. Первая монета сразу же на 4% у нас находится, и мы ее... А... Стоп, не, так не играю, друзья. Надо поменять маску, только какую? Так, нет, ну вот, она, по идее, здесь. Да. Да, ес, первая монета теперь у нас. Ты пропустил ее. Ты угораешь сейчас? Я ее собрал. Нет, я правду говорю. Друзья, я не хочу на него отвлекаться, я надеюсь, он врет. Ну, короче, сам пройди левел, тогда узнаешь. Да я же собрал ее, подожди. Мне кажется, Боган, друзья, хочет на меня пранкануть. Не имеет смысла, вообще собрал я ее или нет, потому что я ее соберу... Угу. Я же говорил, что ты ее не собрал! А, я правда мимо нее... А как? Стоп, а как ее собрать? А в чем? Там же есть специальный мини-мостик, вон, вот! Во! Друзья, Боган, ты не набрал, прикиньте, я бы сейчас собрал типа все три монеты, такой довольный. 37%, я помню, что нам надо собрать ключик на корабле! А эти 37% скоро, друзья, начнутся! Опа! Какой вейв! Крутой! А, нет, не успел. Не успел, друзья. Вот видите, после вейва там портал на корабль. Тебя надо прям сразу же выпрыгнуть. Knock M out. А как
Погнали. Да! В миллиметре от него проскочил, как? A few moments later. Отлично, на этот раз я собрал этот ключ, что улетел там в шипы. Друзья, я сейчас в practice mode тренировал вот этот ключ, чтобы собрать вторую монету в NoCam. Это просто нереально. Это просто невозможно. Но он находится сразу после портала. И рассчитать полет корабля, чтобы он собрал этот ключ и не ударился там вообще просто невозможно. Так что, друзья, вы сейчас просто вот увидите, насколько же это хардкорно. Я не знаю вообще, как это сейчас сделать. Смотрите. A few moments later. О! Есть! А пока где она находится? На скольки процентах? Вот, а она. Вот она. А, нет! Сразу же просто сюда. Ты понял, где она находится? Да. Вот сейчас, вот сразу. Есть, вот здесь. Оп. Третью монету я не буду собирать, потому что она также нелегкая. И я боюсь слиться. Блин, а я тут вообще не помню, как проходить. Что это такое? Что это такое? Что дальше делать? Нет, третья моя, друзья, в отдельной попыточке сейчас соберу лучше. Так будет прям в 100 раз спокойней. Тихо. Блин, на уровне-то не сказать, что прям вообще. Как? Там настолько прям нужно идеально рассчитать клик. Но вот сейчас будет решающая попытка, соберем мы или не соберем. Вот видите, просто чуть-чуть не хватило. Так что, друзья, это просто нереально. Так, ну а на подходе третья монета. А она не менее интересна, друзья. Поверьте, она тоже не изичная, даже близко. Так. Что-то сейчас будет. Воу! Блин, уровень прям жесткий, друзья. Прям вообще дичайший. Они угорают. A few moments later. Нафиг просто третья монета, просто нафиг. А сколько? Так, все, слава богу, в нормальную сторону все потекло. Да. Ну, друзья, вот чему радоваться. Мы прошли NoCam, да, но только на одну монету. Ну и переходим к последнему, третьему, завершающему на сегодня уровню и моему любимому в этой игре. Power 3, просто наикрутейший левел с наикрутейшим саундтреком и декором. Погнали его проходить. Первая монета у нас на 20% находится, и мы её сейчас, надеюсь, быстро соберем. Вот опять же эти, да, зумирование, приближение, отдаление, все фишки 2.2. Так, 19%. И также в обратную сторону, смотрите, сейчас идем 3%. Но этот левел хотя бы не такой длинный, как NoCam, потому что от NoCam у меня сейчас, друзья, бомбануло конкретно. Так, 19%, не нужно прыгать. Да, 19. Все, нет, надо было прыгнуть с первой ступеньки. С этой, да? Да, вот, все, молодец. Кайф, все нормально. Так, еще на... 32. Блин, смотрите, какой классный левел. Вообще. Он намного круче, чем тот. Переливание цветов, вот это все. Ай, блин, пропустил вторую монету, ладно, можешь сливаться. Не надо прыгать в портал? По-моему, да, когда на еще... 32? На... Да, по-моему, так, или не так. По другой тактике нужно тогда будет. Видишь, я же говорил! Красава! 42%, теперь только не вот эти, посмотрите, какой вейв сумасшедший! Я так хочу, чтобы в 2.2 был такой же вейв, он просто офигенен. Труда где-то тут. Надо сейчас 5 раз кликнуть. 1, 2, 3, 4, 5. Эй! Почему не зеленая была надпись? Первая просто изи. И вторая аналогичная. Так, 19, 32, 42. Просто запоминать надо эти цифры. И больше ничего. Опа, вторая готова тоже. Главное после нее просто не забыть кликнуть и прыгнуть. Ну и 42 тоже. И 42 не вот эти.
То есть, видите, тут тоже, тут 42%, но потом же вейв разворачивается, вот, он развернулся. Да 48, 47, 45, да? Да, и вот, видишь, мы снова сейчас будем на 39 где-то. Да, так и есть, 39. Теперь, раз, два, три, четыре, пять, есть! Есть! А где мы в прошлый раз разложились? Где-то вот здесь вот. Вот здесь и разложились, да. Ага, это только монета. Просто теперь ни о чем не думай, нам надо... Фигачи до конца. А, да, я вспомню монету, да. Вот она где-то на конце, да? Да. Давай! Этот левел можно смело 2.2 добавлять. Давай. Просто смело. Да! Yes! Power 3. Yes, надали вот такую крутую маску. Друзья, вот так вот надо проходить уровни. 5 попыток, 4 минутки, и мы прошли Power 3. Вот это хардер уже на все 3 монеты. 3 монеты. А почему-то... Вот этот ноукэм, друзья, я минут 40, наверное, мы с богами сейчас сидели, пытались его пройти, и так и не собрали, причем последние две монеты, но серия получилась неплохая. Мне очень понравился простарт, а еще больше понравился Power Trip, но что-то с ноукэмом у меня забомбило, и мне этот турнир что-то разонравилось. Но если у вас есть какая-то тактика, как собрать вторую именно монету, да и третью, наверное, тоже, потому что она там тоже сложная, то пишите в комментах. Ну, а также не забудьте спуститься под ролик, нажать палец вверх, сделать кнопку плюс от серой, ну и не забыть нажать на колокольчик. Всем удачи и всем пока-пока!